если, не дай бог, такой закон пройдет, то рядом с нами не будет больше, в будущем не сможет быть таких же великих спортсменов, как Карелин, например, или как Роднина. Это еще яркий пример, величайший наш биатлонист Тихонов, которым был на пике своей формы, но советское руководство ему запретило участвовать в следующей Олимпиаде, потому что и так много типа выиграл. Это бред полный. В спорте все просто. Кто сильный, тот и лезет. А некоторые товарищи пытаются грязные подковерные игры, политические, которые они привыкли пользоваться в политике, еще и на спорт перекинуть. Здесь такая ситуация не пройдет. Всегда должен ехать тот, кто сильный. Если комментировать Плющенко и Кофтона, ну что, Кофтон сейчас, какой у нас на чемпионат мира? Перед Олимпиадой у него был 17-й результат в мире. И что? Как с 17-м результатом в мире можно вдруг войти в тройку? Да это невозможно. А у Плющенко был один из лучших результатов. И Плющенко нам принес золотую медаль. И Плющенко, кто бы сейчас как бы к Жене не относился, является самым титулованным фигуристом-одиночником за всю историю мирового фигурного катания. Поэтому, наверное, господин Анисимов очень много провел в спорте, да, и очень сильно, наверное, разбирается в кавычках, что вот такие законы и выносят. Зачастую вот из-за таких депутатов страдает имидж Думы, который, не разбираясь в вопросе, просто какие-то свои мысли, не посоветовавшись ни с одним специалистом, пытается это еще привнести в законы.